Здравствуйте, с вами интернет-магазин «Стеклоподъем РФ». Среди наших покупателей действует акция «Пришли фото или видеоотчет об установке и получи 500 рублей», согласно которой каждый, приславший нам фото или видеоотчет об установке, гарантированно получает приз 500 рублей на счет мобильного телефона, а также шанс выиграть по итогам года главный приз – полный возврат стоимости заказа в нашем интернет-магазине. Условия этой акции опубликованы на соответствующей страничке нашего сайта. Сегодня 6 января 2016 года, и пришло время провести такой розыгрыш по итогам прошедшего 2015 года. За прошлый год мы получили от наших покупателей 13 отчетов. Все они опубликованы в блоге нашего сайта, и вы можете с ними познакомиться. Победителя мы определим случайным образом при помощи сервиса генератора случайных чисел Randoms. Все отчеты мы пронумеровали именно в том порядке, в котором они к нам поступили. И сейчас мы определим победителя по этому номеру. Победителем стал автор отчета номер 12. Это видеоотчет об установке электрических стеклоподъемников «Гранат» на «Москвич-2141». Русин Андрей Анатольевич из Волгоградской области. Андрей Анатольевич, автор заказа 16033. Он у нас приобретал электростеклоподъемники «Гранат» на «Москвич-2141». Один комплект, стоимость заказанного товара 3150 рублей минус 95 рублей скидка по акции. И он нам прислал видеоотчет об установке этих стеклоподъемников на свой автомобиль. Он также опубликован в нашем блоге. Мы поздравляем Андрея Анатольевича с победой в нашем розыгрыше приза. Остальных наших покупателей мы приглашаем участвовать в этом 2016 году в этой и других наших акциях.